У нас есть одно такое задание, оно оставалось, я предупредила ученицу, она по собственному желанию, узнав, что у нас сегодня такой открытый урок, изъявила желание подготовить доклад. Небольшой у тебя, да, доклад? По прельгрузе. Зачитай его нам прямо с места свой. Или расскажи, если ты можешь рассказать. Ну, зачитай, да, я люблю. Немощь тела можно преодолеть силой духа, а немощь духовную не возместишь даже отменным здоровьем. Забота о душе ложит тяжким бременем на плечи учителя. Он лепит человеческую душу, творит человека. И моя главная задача, как учителя, уважать личность маленького человека, творчество и поиск. Тех, кто ведет к вершинам мастерства. Земля Кабардино-Балкарии богата талантами. Так, Егорова Алина Хажмусовна, ваш порядковый номер? Номер 7. Сонова Рита Мухабовна.